На заводе «Валио» в деревне Ершова Одинцовского городского округа наладили выпуск новой линейки сыров. Мощности предприятия позволяют производить более 2500 тонн продуктов в год. В перспективе их будут наращивать. А на сегодняшний день ассортимент продукции Одинцовского завода насчитывает порядка 50 товарных позиций. Новые сыры появятся на прилавках магазинов Подмосковья, столицы, других регионов уже в начале мая.